День, который ждали тысячи детей, наступил. Сегодня стартовала летняя оздоровительная кампания. Те, кто получил бесплатные путевки, поехали на отдых централизованно. Для них регион организовал автобусы в 9 загородных лагерей. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это дети из многодетных семей, дети из семей участников специальной военной операции. Все они заезжают на первую смену бесплатным путевкам. В списке бесплатных мест отдыха для детей известные лагеря, например, Юлова, Звездочка и Жемчужина. Всего выдано около 3000 путевок, лагерная смена продлится ровно 3 недели. В какой лагерь поедете? Звездочка. Вообще это подспорье замечательное, потому что ребенку, во-первых, едет новое место, новые впечатления, ну и вообще лето это все-таки обожаю, не в городской обстановке. Те, кто остался без летнего отдыха, еще могут исправить положение. В наличии бесплатной путевки на 3-ю и 4-ю смены в загородных лагерях. По всем вопросам можно обратиться в отдел организации отдыха и оздоровления детей на проспекте Нариманова, 13.